Ну, переначнем данного видеоролика, я хотел бы вас попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на мой канал. Моменты взяты со стрима Азама, ссылка на него будет в описании. Если хотели посмотреть еще какие-нибудь моменты, то ссылка на Азам будет в описании. Приходите, смотрите. А теперь смотрите видео. Хотя не мог носить черный кожаный. Короче, раньше за перхоти я не мог, друзья, носить, как бы, ну, ходить без кепки. Раньше не мог, короче, ходить без кепки из-за того, что у меня проблемы были, друзья. Здороваться братками, так как когда я здоровался, как бы высы, как бы я не мог жить. Потом один из моих братков посоветовал мне шампунь Жумайсамба, друзья. После первого применения я увидел результат. Обучение. После первого результата увидел. И теперь спокойно могу здороваться со своими братками. Друзья, никакой перхоти. Скажи, радуйся жизни, шампунь Джумасима. Скажи перхоти кезмей кербендик боуэй турсам димба. Я не знаю, я прочитал то, что ты мне написал, блин. Это не шампунь Джумайса бы тебе помог. Это пацан с ёршиком тебе помог. 50 хп смес. Давайте я вам расскажу одну историю, которая случилась у меня. Из-за чего я побрил свою бороду. Давайте я вам расскажу эту скорокоростную историю. Это была ночь. Не было никого. Я и мой друг Акулок прорывались через толпу зомби. Понимаете, да, о чем я? Каждый из нас унес 700 зомби. Я унес 701, Акулок 702. Почему на один он больше? Потому что она была женщина, которую он оперировал и любил. И до последнего не хотел убивать. Но она умерла и превратилась. В зомби. Так как он уже не мог зомби преоперировать, так как у зомби уже все висит там, пришлось ее убить. Из-за этого у него один больше. Суть не в этом, суть в том, что почему я стал бритым. Licking phone, a chicken phone, licking fucking lady, a chicken phone. И тогда Акулок сказал мне, licking fee, я говорю, fucking phone. И в этот момент chicken fee и fucking fool побежали и сбрили мне ёршиком. Это был август 2028 года. Я просто вернулся из будущего. Понравилось, да? Не, у нас много историй были, отвечаю, очень много было историй у нас с Акологом. Я помню лето 2001-го, как Аколог и я вышли с этого, с больницы. Отвечаю. Ты что, там был, что ли? Нет. А что, откуда знаешь тогда? И короче, рассказываю историю. Было темно, как всегда, ну, обычно у нас история в темноте бывает. Короче, было темно, мы шли с ним гуляли. Короче, у меня был, как братья гуляли, да, там ходили там, тут, короче. И вдруг, и вдруг смотрю, короче, бля, вдруг Акулога нету рядом. Я такой думаю, бля, я это знаю, он такой подъемщик, пытается там поддепать, там испугать меня, что-то там прикалывается всегда. Бля, смотрю, нету Акулога. Я говорю, Акулог, ты где, говорю, бля, выйди, говорю. Тогда же телефонов тоже не было, тогда там фонарики только-только выходили. Я говорю, Акулог, ты где, говорю, бля, найти не могу, короче, Акулога. Прошло где-то лет 10, короче, и в игре я его встречаю, короче. Я говорю, Акулог, ты куда на лет 10 ушел? Он говорит, него инопришеленцы украли, короче. Я говорю, в смысле инопришеленцы тебя украли, бля, столько лет, бля, тебя не видел, бля, у тебя борода выросла, бля, вообще изменился. Я говорю, еле как тебя, как бы, нашел, как бы, увидел. И он, короче, мне говорит, не-не, он мне, Акулог мне говорит, помнишь, брат, говорит, как мы с тобой в один унитаз срали, говорит. Я говорю, помню. Нет, ты именно помнишь, где мы жопой об жопу вот так вставали и срали, говорит. Вот именно вместе, говорит. Я говорю, да, было дело, помню, говорю, и что, говорю.
Брат, просто говорит, в тот день, говорит, я больше насрал, говорит, из-за этого меня забрали. Просто, я не знаю, пацаны, отвечаю, это история, полный факт, реально было. Это жестко. А как, расскажи еще пару наших историй. Какая история, тут два склада меня занимают. Не, ты помнишь историю, чего? Как мы 300 человек вырубили? Да, помню, сейчас меня убьют, я расскажу. Отвечает, 300 человек мы вырубили. В Tekken. В Tekken только. Можешь рассказать нашу хотя бы одну историю, Кок? А то, блядь, людям интересно же. И что это такое было? Вы видели? Челик без этого. Без чего? Без заднего мысля. Да-да, говори, рассказывай. Помнишь, как мы с тобой на море отдыхали? В смысле на море отдыхали? А, когда ты лифчики был? Я? Да, когда ты новый лифчик купил. Для меня. Помнишь? Ты хотел купить мороженое, зайти мороженое, и нечаянно купил полагментатор. Махачкале или... Это где, Махачкале было? А, это Махачкале было. Это где такое продается? Скажи, да по-братски поеду, куплю. Для Дэглса куплю, он же там БТС. Блин, что он прям сам был. И мне... А Кога, а тебе лифчик подошел? Не, это же купальник был, купальник. Не сжал, да? Жалость там, да. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк и подпишитесь на канал. Ну а тебе всем удачи и всем пока-пока.